Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляет. Всем снова привет, с вами как всегда я, и сегодня 2 января. Я надеюсь, вам понравится эта серия. Ведь записал журнал я... капитана Габриэля Ангелоса. Обстановка на планете Тартарус остается крайне напряженной. Хотя кровавые вороны смогли отразить наступление орков на космопорт, основные силы орков все еще не приняли участие в битве. Они собираются в непроходимых джунглях, накапливая силы для решающего нападения, чтобы смести имперские войска зеленой волной смерти и опустошения. Но кровавые вороны не допустят этого. Сканирование с орбиты позволило найти основное место сбора орочьих орд. Это южные джунгли. Орки уважают исключительно силу, так что в бой их ведут самые крупные представители их расы. Мы высадим небольшой ударный отряд, который займется ликвидацией орочьих лидеров и уничтожением лагерей зеленых тварей. Эта акция, несомненно, понизит их боевой дух и заставит повременить с контратакой на наши позиции. Нам следует действовать осторожно, чтобы ненароком не разбудить спящего монстра. Ну что ж, поехали. Надеюсь, вам понравится. Скрытое проникновение. Вы получили приказ. Идите, и да хранит вас император. Не люблю я все эти скрытые проникновения и диверсии. Я знаю, мой друг. Ты всегда предпочитал открытый бой. Есть же имперская стража. Почему бы не перестать носиться с ними, как с бедными овечками, и не бросить их на поле битвы? Орки будут просто раздавлены, если мы выступим всеми силами. Мы сражались с орками сотни раз. Война — это их жизнь. Большая битва лишь раззадорит их, к тому же привлечет новые орды орков. Мы же понесем громадные потери. Разве имперская стража живет не для того, чтобы умереть за императора? В конце концов, нам нужно иметь в собственном распоряжении хотя бы один полк. У нас не так много сил. Не хочется, чтобы нас вспоминали как легкомысленных и беззаботных. Нас, старый друг? Или меня? Мы братья, Габриэль. Ты прекрасно знаешь, что этот вопрос неуместен. Я знаю, что тебя тревожит. Ты сделал все, что мог для спасения Кирены. Не напоминайте мне об этом снова, Изидор. Кирена была моим домом, и я несу ответственность за нее. Третий взвод разведки. Прием! Да, мой командир! Местная имперская водоочистительная станция захвачена орками. Необходимо отбить ее, если мы хотим восстановить контроль над этой областью. Разведчики проникли на территорию врага и помогут вам в проведении операции. Если дела пойдут не совсем гладко, мы пришлем вам в помощь подкрепление. Занимаем позицию. Итак, наша задача — сделать маленькую диверсию. Увеличиваем наш отряд. Этот район просто кишит. Да, мой командир! Необходимо использовать маскировку для того, чтобы проскочить мимо них. И не надо подходить к ним слишком близко. К вашим услугам! Иначе нас заметят. Начинаем поиск. Превосходно. Теперь ваш взвод разведчиков могут заметить только командира. Да, мой командир. Помните, что вы Мы не можете позицию. Открыть огонь по противнику, не нарушив при этом режим маскировки. А после того, Чувствую как вы опасность. Деактивируете маскировку, следует выбрать другой для повторной путь. Активации потребуется некоторое время. Занимаем позицию. В общем, надо быть осторожным с действиями. Используем маскировку. Занимаем позицию. Да, мой командир. Спасти мы их не можем. Разведчики прибыли! Разведчики прибыли! Презренные чужие охраняют стратегическую позицию. В
Второй разведвзвод вооружен снайперскими винтовками. Они быстро разделаются с этим. К вашим услугам! Да, мой командир! Разведчики прибыли! Мы ждем приказа! Да, мой командир! Давайте убьем их. В атаку! За космодесант, как правильно они крикнули. Под огнем! Прицеливаюсь! Так, по-моему, все неплохо идет. Ну. Мы их можем снять прямо отсюда. Давайте. Ну. Все под контролем. Найдена стратегическая позиция. Отлично. К вашим услугам. Давайте, ребят, заходите. Разведчики прибыли. Blood Ravens. Кровавые вороны. Чем это у нас третий отряд? И почти захватили. Да, мой командир. Начинаем подготовку к передвижению вот сюда. Позиция захвачена. Собираем разведданные. Отлично. Мы принесем данные о местоположении войск противника. Замечен патруль орков. Стоит подождать, пока они пройдут, прежде чем попытаться пройти мимо. Окей. Так, здесь бараки. Ну. Нас могут заметить только вот такие главари. Надеюсь, что он нас не заметит. Что-то все-таки тяжелая пехота. Занимаем позицию. Патрулируем. Отлично. Разведчики выдвигаются. Надо быстро пробежать. Мы принесем данные о местоположении войск противника. Чувствуя опасность, следует выбрать другой путь. Занимаем позицию. Вижу нашу цель. Здоровый главарь начинаем орков, поиск. Который, судя по всему, здесь всеми заправляет. Если убить его, это здорово подорвет боевой дух орков. Прицеливаюсь. Стреляйте, ребят, чё уж. Мы попали под плотный огонь. Используем маскировку. Отходим. Неплохо сработано. Следует выбрать другой путь. Основную операцию мы начнем отсюда. Во имя императора. Прибыли. Так, в целом все нормально. Наш глаз точен. Что я должен сделать? Наш главарь прям... Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Смотрите, как он всех убил. Считайте, вы что девочки. Я должен сделать? Патрулируем. Патрулируем. Да, мой командир. Вперед! Да, мой командир. Используем так. Маскировку. Разведчики выдвигаются. Мы их можем снять прямо отсюда. Хвала императору! Будьте осторожны, братья. Так, ну главное командира не потерять. Во славу ордена я не подведу. За землю! Разведчики прибыли! Ну, разведчики, в принципе, желают. Занимаем позицию. Будьте осторожны, братья. Так, давайте включим дальний бой. Я не подведу. Мы заняли позицию. Дальний бой не так, как ближний, но... Собираем разведданные. Моя вера защитит меня. По моему слову, в атаку! Разведчики прибыли! Хотя нет, дальний бой даже у него больше, чем ближний бой. Мы заняли позицию. Что я должен сделать? Так, сейчас мы добьемся, что-то. Мы их можем снять прямо отсюда. Знает смысл слова страх. Вперед! Дальше пусть наши герои восстанавливают себе ХП, стоит, отдыхает. Я думаю, это будет поистине честно. Еще один прекрасный день в истории империи. Ну.
страх повергает веру. Почему, кстати, не все так? Будьте бдительны, братья, что вам угодно. Атакуем противника. Используем 23-е построение. Осторожны, братья, враг близко. Как-то он нас... Разведчики выдвигаются. У нашего главного героя прям совсем мало ХП. Мой брат. Вера наш щит. Атакуем согласно приказу. Осторожны, братья, враг близко. Так, ну в целом неплохо пока. Мы избраны императором. К вашим услугам. Мы заняли позицию. Моя вера защитит меня. Нас вроде бы не атакуют, но в смысле главного героя. Так что... Неплохо. Водоочистительные станции под нашим контролем. Перед тем, как мы атаковать остатки цирков, необходимо развернуть базу. Позиция. Разведка готова. Нам так. Следует захватить эти стратегические позиции и развернуть оперативную схема базу. Схема строительства 721 да запущена. Без проблем. Во имя императора! Ты пока восстанавливайся. Мы ждем приказа. Используем маскировку. Разведка готова. К вашим услугам. Мы ждем приказа. Так. Это самое хорошее в данном плане для снайперов. Защищаю цель. Будет атаковать, но не сойдут с места. Направьте нас на врага. Приказ принят. Во имя императора. В вашем распоряжении. Да, мой командир. Здесь два пулеметчика, здесь два пулеметчика. Давайте пройдем вперед, посмотрим, что здесь есть. Приказ понят, брат. Хотя лучше. Приказ понят, брат. Хотя лучше пойти назад. Сюда. Выдвигаемся. Ну и надеяться, что за это время на нас не нападут. Оружие к бою готово. Будьте бдительны. Вера наш щит. Так. Пробуем переключить приказ наш. Приказ принят. Будьте бдительны, братья. Ближний бой. Будьте бдительны, братья. Этих дальний. Направьте нас на врага. Что, поехали. Враги империи будут уничтожены. Так. Отлично. Супер. Приготовиться к атаке! Вера наш щит! Выдвигаемся! Да, мой командир! Меня начинает напрягать то, что они не всегда атакуют. Ожидаю приказаний! Вперед к славе! Объявляем атаку! Атакуем противника! Выдвигаемся! Так, подходим ближе. Будьте бдительны, давайте атакуйте братья. Их. Так, здесь у нас восстановилось. Отлично. Я здесь для того, чтобы служить. Давайте построим казармы. Схема строительства 721 запущена. Страх повергает веру. Нам надо быстро уничтожить. Блин, я того пулеметчика потерял, вот это хреново, конечно. Используем 23-е построение. Мы избраны императором. Вера наш щит. Начинаем захват. Приготовиться к атаке. Бойтесь нашего гнева. Сегодня враг познает смысл слова страх. Так, раз, два, минимум. Да, о великолепный. Произвести Я улучшение. Здесь для того, чтобы служить. Процесс строительства начал. Я здесь для того, чтобы служить. Схема строительства 721 запущена. В первую очередь... Ожидаю приказаний. Что вам угодно? Вот прибыл ваше приказание. Вера наш щит. Так, отлично. Вижу орков. Ожидаю приказаний. Приказ принят. Да, мой командир. Собственно, ребята, вы как раз вовремя. Что вам угодно?
Вот прибыл в ваше расположение. Так, все в целом отлично. Ожидаю приказаний. Вперед к славе! Страх повергает веру. В вашем распоряжении. Я жду вашего приказа. Так. Ты дострой ты. Почему не ставишься? Как скажете. Строй так. Да, о великолепный. Так, твоя задача. Процесс строительства начат. Блин, 165 единиц, у меня нет столько. Так, ну пока, пока справляемся. Нашему отряду сейчас будет, конечно, доставаться, но ничего страшного. Мы избраны императором. Я думаю, очистить, изгнать, уничтожить. Как-нибудь переживут. Приказ понят, брат. Так, безделье плодит ересь. Так. Мы готовы к испытаниям. Так, что мы будем делать? Что будем делать? Приказа. Это строить, наверное. Как скажете, я жду вашего приказа, как пожелаете. Такую лабораторию здесь, генератор. И наблюдательный пост уже вот. Схема строительства тут, 721 вот запущена. Для получения большего количества очков. Безделье плодит ересь. Так. Ну, на два еще пулемета мне хватит. Так что это все хорошо. Здесь даже хватит еще на один пулемет. Враг атакует! Для победы над орками нам потребуется что-то более страх серьезное, чем тяжелые болтеры. Мы должны улучшить оплот веры, чтобы получить в свое распоряжение средства для уничтожения зеленой чумы. Отлично. Так. Что, 250? Блин. Дорого. Но придется улучшить. Да, о, великолепный. Тем более, что выбора не особо много. Так, ты здесь справился, построил. Я жду вашего приказа. Да, молодец. О, великолепный. Как можно быстрее. После чего возвращаешься обратно. А, отлично. В вашем распоряжении. Так, давайте сейчас немножко постоим. Я хочу, чтобы вот он полностью восстановился. После чего, в принципе, уже можно будет спокойно выдвигаться дальше. Хотя... Вера наш щит. Очистить, изгнать, уничтожить. Выдвигаемся. Я думаю, что именно выдвигаться можно и сейчас. Нас расстреливают. Направьте нас на врага. Объявляем атаку. Так, пока неплохо. Очистить, изгнать, уничтожить. Враги империи будут уничтожены. В атаку! Так, давайте. Разнесите к чертям этот дозор. Разведзонд поможет в разведке окрестностей. Он может быть заказан в наблюдательных постах. Монастырь вперед завершен. Теперь сержанты воодушевят космодесантников на новые подвиги. А ракетные установки помогут быстро разобраться со зданиями орков. Это единиц за установку, это как-то многовато, мне кажется. Тем не менее, ребята неплохо справляются с орками, и это мне нравится больше. Как видите, они даже не успевают толком до нас доходить. Будьте бдительны! Вера наш щит! В вашем распоряжении! Так. Я думаю сделать так и скорее всего пару болтеров подзаказать еще. Необходимо модернизировать наш наблюдательный пост до уровня охраны.
Так мы повысим скорость прироста влияния и улучшим его обороноспособность. Мы заняли позицию. Да, лорд. Так, ну, в принципе, нам хватает энергии. Генераторы довольно много производят. Осталось только улучшить все посты. Изделие плодит ересь. Так, я пока жду, не спрашивайте почему, просто здесь довольно сильно на меня шестерки будут наступать. Мне нужно два отряда. Теперь наблюдательный пост обеспечивает больший прирост влияния, обладает усиленной броней и вооружен пулеметом для отражения атак противника. Вот так нам он 12 поставляет, а так он нам поставляет сколько? 18. Да, мой командир. Вперед к славе! Оружие к бою готово. Объявляем атаку. Вот прибыл в ваше. Ну, как видите, да, то есть они начали меня опять атаковать. А это не есть хорошо. Хотя я начал потихоньку обходить очистить, с другой стороны. Изгнать! Уничтожить! Вперед к славе! Нас не остановить! Так. Вера наш щит! Оружие к бою готово! Враги империи будут уничтожены! Давайте быстро уничтожим, все отлично. Направьте нас на врага! Будем надеяться, что они пойдут отсюда, а не откуда. Есть! Захватим во имя императора! Есть! Потом, ребят, будьте захватите. Будьте бдительны, братья! Будьте бдительны, братья! Слишком мало времени. Объявляем атаку! Проходим. Вперед стоим. Славе! Атакуем противника! Так, здесь в это время нужно направьте быстро подзаказать. Раз. И давайте. Так, желательно еще такой же бы отрядик. Или два. Да, вовремя. Враг атакует! Да, мой командир. Сегодня враг познает смысл своего страха. Ко мне, братья. Что я должен сделать? Собственно говоря, с нашим служу генералом человечеству. Они будут намного мощнее, да, воодушевленнее и все такое. Не хватает мне. Все. Мы избраны императором. Очистить, изгнать, уничтожить. Так, ну зато можно спокойно более-менее продвигаться вперед. Приготовиться к атаке! Вперед к славе! Нас не остановить! Какие правы у меня ребята говорят, нас не остановить! Есть! Приказ принят! Используем 23-е построение! Врача! Блин, а этому отряду нехило достается, скажу я вам. Не то они, в принципе, уничтожают, ну ладно. В некотором смысле мне без разницы, что они будут уничтожать. Главное, чтобы они просто все снесли к чертям. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Объявляем атаку! Ожидаю так, отлично. Вообще в идеале вот так цель надо атаковать. Ожидаю приказаний. Так, давайте, ребят, давайте, я на вас надеюсь. Бойтесь нашего гнева. Оружие к бою готово. Сколько проходим еще дальше, перегруппироваться надо будет сейчас. Сегодня враг познает смысл слова страх. Данными отрядами давайте захватим вот эти точки. Мы готовы к испытаниям. Нас расстреливают! Будьте осторожны, братья! Враг близко!
Вполне неплохо получается пока. Ну, добивайте там его, ё-моё. Что вам угодно? Есть! Выдвигаемся! Вот ребята не туда пошли. Будьте осторожны, братья! Враг Ладно. Близко! В вашем распоряжении! Так, вот пока сделаем и пошлем отряд сюда. Вперед к славе! Врача! Так, это будет последний, кстати, отряд, скорее всего. Так, здесь ребята пока сдерживают довольно неплохо все. Так, улучшаем. Улучшаем. В принципе, мне больше... Ваше расположение. Единственное, что я могу сделать. Страх повергает веру. Охраняем объект. Приказ принят. Давайте череп пошлем разведать. Его все равно никто не сможет обнаружить. Так, здесь сегодня все захвачено. Враг познает смысл слова страх. Здесь тоже. Следуйте за мной. Нам нужно определить, что вот здесь вот творится. У зонда не очень большие возможности, он через какое-то время исчезает. Моя вера защитит меня. Всего этого хватит. Приготовиться. Ладно, начинаем, выходим. Мой брат. Есть. Приказ будет... Сегодня враг познает смысл слова. Шушить больно. Атакуем противника. Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. Так. Вроде бы. Всего хватает. Чужак. Удар. Еретик. Берегись. Приготовиться к атаке. Выдвигаемся. Используем 23-е построение. Приготовиться к атаке. Атакуем противника. Давайте уже атакуйте ее. Давайте, ребята. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Это точно. Используем 23-е построение. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Быстро-быстро проходим вперед. Давайте. Славе, под огнем! Ой, вот эту гадину надо убить быстрее. Атакуем противника! Он нам доставит много проблем. Хотя нет, успели. Еретик, берегись! Все отлично. Передовой отряд всех спас. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Наша вера поддерживает нас. Вперед к славе! Чужак, мутант, еретик, берегись! Мы избраны императором. В принципе. Очистить, изгнать, уничтожить. Проходите Приказ вперед, да, что вы стоите. Что вам угодно. В принципе. Вот этих двух отрядов вот здесь должно хватить, чтобы сдержать любой Сегодня отряд. Сегодня враг познает смысл слова страх. Под огнем! Бойтесь нашего гнева! Атаку! Все остальные будут идти в атаку. Здесь я оставил два отряда под защитой, чтобы они могли здесь сейчас сражаться и прикрыть наступление Бойтесь на нашу основную базу, гнева. Которая может происходить иногда. Используем 23-е построение. Потому что орки любят иногда обходить Очистить, изгнать, врагов и уничтожить. Приказ принят.
Приказ некий обход. Атакуем противника. Давайте подойдем поближе. Изгнать, уничтожить. Атаку. На данный момент более важно. Враги империи. Что ж, тут этого идиота. Опять-таки. Черт. У нас прям рубит такая. Начинаем тактическое обучение. У нас в некотором смысле, ребят, проблема. Отравляют воздух своим дыханием. Сегодня враг познает смысл слова страх. Так, все, в некотором... Держим строй. В некотором смысле мы отбились. Сегодня враг познает смысл слова страх. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Быстро проходим вперед, ребят. Давайте. Приказ принят. Не стоим. Так, пока все отлично. Мне главное, чтобы вот такие здоровяки не шли на меня. Атакуем противника! Приказ принят. Задача получена. Приказ принят. Так. Надо поаккуратнее все делать. Будьте бдительны, братья! Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Сегодня враг познает смысл слова страх. Отлично! Чужак, мутант, еретик, берегись! Атакуем согласно приказу! Я же вроде нажимал, чтобы атакуем построили его. Противника! Будьте бдительны, братья! Есть! Будьте бдительны, братья! Объявляем атаку! Так, нападаем, давайте, давайте. Объявляем атаку! Используем 23-е построение! Используем 23-е построение. Ну, в целом все прошло довольно неплохо, я бы сказал. Уничтожить! Атакуем противника! Приготовиться к атаке! В некотором смысле даже очень неплохо. Оружие к бою готово! Так, мы зачистили будьте эту дорогу. Будьте бдительны, братья! Возвращаемся! Приказ принят! Бойтесь нашего гнева! Потихоньку выводим наше подкрепление. Вперед к славе! По соседней дорожке. Атакуем противника! Подождал приказание! Воистину! Еще один прекрасный день в истории империи! Так, когда это вы успели так попортиться, ребят? Вперед к славе! Хвала императору! Чувство отряда, отлично. Во славу империи! Во славу империи! Приказ принят. Супер. Приказ разобрались принят. Довольно быстро. Бойтесь нашего гнева. Следующие. Атакуем согласно приказу. Приказ понят. Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. Давай, пли, ё-моё. Красавцы. Очистить! Есть. Так, пока отлично. Со мной плечом к плечу, мой брат. Чужак, вот так. Еретик, берегись. На всякий случай совет на будущее, ребята, если вы сами будете проходить эту игру, уничтожайте сначала злостных противников, типа вот таких вот шкварни убийц. Потому что они приносят намного больше ущерба вашей армии, нежели вот такие же простые бронебойцы. Также уничтожайте пушки, потому что они тоже наносят довольно серьезный урон. Очистить! Только потом уничтожайте слабых. Чем быстрее вы
разберетесь с сильным противником, тем меньше вероятность, что вы получите серьезный урон. Сегодня враг познает смысл слова «страх». Также старайтесь уничтожать заводы тяжелой техники в первую очередь. Имя императора! Ну, это мой взгляд лично на данную игру. А вот почему надо уничтожать тяжелые заводы в первую очередь. По той причине, что там производятся вот такие вот твари. Он нам троих только так вырезал. Сегодня враг познает смысл слова «страх». Нет, мы, конечно, его убиваем и почти не несем потерь. Почти. Но, блин. Хвала императору. Перегруппировывается. Объявляем атаку. Так, я должен уничтожить грёбаный завод, чертям. Все, отлично. Шкварни больше не опасны. Я могу более-менее успокоиться. Так. Чужак, мутант, еретик, берегись! Бойтесь нашего гнева! Пехоту, по крайней мере, я так не боюсь. Безделье плодит ересь! Будьте осторожны, братья! Враг близко! Враги империи будут тут уничтожены! Так, пока вроде неплохо идем. Используем 23-е построение! Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Более или менее. Будьте бдительны, братья. То, что ты меня все время убиваешь, хороший такой. Будьте бдительны, братья. Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. Приготовиться к атаке! Как я уже искал, в целом, все идет более-менее хорошо. Не будет хорошо. Мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Сейчас наши солдаты должны вот эти отлететь, по идее. Во славу империи! Ладно. Сегодня враг познает смысл слова «страх». Атакуем вот. Согласно приказу! Промотай так говорю. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Приготовиться к атаке! Все? Миссия пройдена? Да, миссия пройдена. Вот такая вот была она веселая. Всем спасибо за просмотр, с вами был Дезертир. Ну а я вам оставляю возможность посмотреть заставку в тишине. Прибыл для доклада капитану. Его не следует беспокоить сейчас. Он возносит хвалу императору. Как прикажете, хранитель. Докладываю, что мы завершили разведку местности и больше не нашли следов орков. Отлично. Отправьте свой взвод вперед и расчистите дорогу всему отряду. Слушаюсь, брат-хранитель. Учти, я не прощаю неудач.